перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет, с тем, кто нас слышит. Кто нас видит, слышит, Леша, и ощущает. Привет всем, дорогие друзья. Что там зависло все, ребят? Всех безумно рад видеть. Решил так просто набрать, потупить. Только начало ремы. Так, интересно, а где? Ребят, кто, кстати, видел этого Киевстонера? Передайте ему, что я его щемлю просто на видеопространстве, что я ловлю просто, где он там находится. Передайте ему, если у него что-то есть там мужское в нем, реальное такое. Он появился, вышел на связь. Иначе ему не сдобровать. Сейчас посмотрим. Караман, набери Киевстонера, а? А? Ты что, гонишь? Не забывай об этом, Леша. А? А, ты с ним не это самое, да? Не дружки вы. Сейчас перезвоню, найду его. Ребят, готовьтесь, сейчас будет. Сейчас будет жесть. Ребята, как я и предполагал, что Киевстонер слился, трусливо причем. Я ему сейчас набрал, и он просто слился. Слабак. Я тебе говорю, ты Киевстонер, все эти где-то найду, поймаю. Готовься ко всему. Понял ты, глобус? Понял ты, глобус? А? Если в тебе есть силы, мужество, выйди на связь прямо сейчас. Обозначься, что ты здесь. Понял меня? Ну, трус, сразу видно просто. Дешевелла. Кто выиграл на версии? Ну, конечно, я. Ну, блядь, что слово? Я выиграл на версии. Владикавказ, привет, всем привет. Продолжается каждодневная. Каждодневная тренировка. Уже 9 килограмм. И осталось скинуть 6 килограмм до сотки. Итого с 25
Докладываем. С 25 декабря было скинуто 9,5 килограмм. Осталось еще 5-6. Посмотрим, как это будет выглядеть. Интересно самому. В каком формате. В каком формате я буду. Я одно могу сказать, ребят. Бег. Это полезно. Очень разгоняет настроение. Дает безумный заряд на весь день. Я думал, честно могу сказать, что кто меня близко знает, знает, что у меня кличка, еще одна, мой никнейм, это Вася, три тренировки. Я приходил на тренировки, закупался всеми возможными атрибутами настоящего спортсмена. Я брал форму, перчатки, термуху, специальную даже бутылочку, из которой пить воду. Делал три тренировки, и мне это становилось неинтересно. Сейчас я бью личный рекорд, и есть результат. Это очень тяжело, это очень напрягает меня вообще заниматься, честно. Но красота требует жертв. Так что вот так. Кемерово, привет. Ребят, кто там Киевстонера? Не видел? Не ощущает на горизонте нигде? Ты выйди на связь, слышишь? Баллон с медом. Ты чё? Я ему звонил, меня отбивает. Ну, чуешь, что все, ему пришел конец. Понимаешь, что вот здесь все. Все. Ну, сейчас котик будет в эфире, ребят. Ну где он? Ага, ну вот так вот. Ой-ой-ой, бегущий человек снова в деле. Слышишь ты? Ты почему друзей? Ты почему друзей меняешь вообще, а скажи? Я ж ради хайпа, я переобуваюсь, понял, я зрадный. Ювелир, вонзи ему когти в шею. Йо, передайте легенде привет. Скажи, почему ты вот такой вот, скажи? Слушай, тебе нельзя кинуть запрос в трансляцию, попроси кого-то, чтобы тебе поменяли настройки. Ты пишешь, я не ты могу кто такой, чтобы мне, ты кто такой, чтобы мне вызов на эфир бросать? Скажи по-братски, а? А кто ты такой, слышишь? Я никто. Я тоже. Я, ну, а я кто? Если я никто, то почему ты мои вызовы принимаешь? Скажи мне, пожалуйста. Ну, я люблю, и, знаешь, ну, я люблю с никем водиться. Слишком много слов «люблю», ты сказал. Дядьки в шапке, ну, это уже поразительно. Ну, ты знаешь, шоу-бизнес меняет людей, понял? Иногда ты переобуваешься. Старик, ну, ты расскажи, что там, а то я не в курсе, брат. Что там, мы, что в городе, мы находимся в городе Хмельницкий. Ювелир, скажи, что с ним сделали в этом шоу-бизнесе? Что с ним произошло? Что, над ним надругались? В интеграунде, видите, я контракт в руках держу. Вы же контракт. Да это ноты. Какой контракт? Это ноты, учи. Ювелир, скажи, что на него напали чайки и трепали его или нет? Или он просто съел рапан? Они просто хотели, чтобы я вернулся. Куда? Но я морознулся. Куда? Туда. Они хотели пригласить тебя сыграть в Skittles? Да. Они хотели сделать меня настоящего радужного, но я отказался. Да?
Да. Ну, панч хороший проскитывался или нет? Не, ну, ты же знаешь. Ты же знаешь. А ты что, бежишь? Не, ну слушай, мне нравятся твои гантельки стильные, слышишь? Это не гантельки, братан. А что это? Это котлета. Это просто сделано специально под котлету гантельки. Ну слушай, это было вроде... Я выгрыз просто, это была колбаса, брат. Я выгрыз просто. Так вообще не вроде твой стилист Валентин Юдашкин, братан. Почему такое ощущение? Тебя кто-то сзади трогает там? Это мой бэк-вокалист. Формируй твои неправильные ощущения. Мой бэк-вокалист меня трогает, понял? У тебя есть бэк-вокалист? У меня их два. У тебя один, у меня два, понял? Старик, хала-хала. Ты роскошный дядька. Профессионал, слышишь? Брат, скажи, куда ты едешь выступать? Я в Хмельницком сегодня выступаю. А что это такое, скажи? Это, короче, это украинская Улан-Удэ. Ну, далеко, да, где-то от Киева? Сколько ехать будет? 4 часа на поезде. А, ты на поезде, теперь тебя встретила роскошная машина, да? Да, да. Ну, правда, не Майбах белый, но тоже нормально. Братан, ну, слушай. Кто на что учился, да? Конечно, да. И что твой концерт из себя представляет вообще? Ну, кроме этой откровенной нудятины, есть что-нибудь удивительное? А, ну, короче, есть там один трек, он называется «Улыбнись», его все ждут. Понял, приходится его самым последним читать. Ну, скажи, он популярный или нет? А? Популярный трек, людям нравится он? Да, людям нравится, все даже слова знают, прикинь. Круто. Я там с каким-то Нагано зачитал его, короче. Там один нонейм, понял, пытаюсь его продвинуть. Нонейм. Один нонейм Нагано, короче, попытаюсь его продвинуть, и это. Ну, вроде получается, людям нравятся треки. А ты когда завтра приезжаешь, да? Послезавтра, Михалыч. А что ты приезжаешь-то? Не могу сказать, секретная информация. Да? Да. Хорошо. Ну, вообще, я на съемку, я на съемку приезжаю. На съемку? Да. Там же еще, ну, я к нашему общему другу. Я к нашему общему бородатому другу приезжаю на съемку. Я понял. Кому вот так, к этому? Да. Как его зовут? Который питоном, к питонам, к либронам приезжаю. К либронам приезжаю. Еврей, который все знает это. К Вассерману, ёпта. Да, да, да. К Вассерману. Нашему общему бородатому другу, к Вассерману. Видно, надо себе никнейм такой сделать. Вассерман. Вассерман. Это если ты в Израиль поедешь выступать, то сделай. А Леша узбек, понял сейчас? Я ему сказал, он просто затупил, бля, потерялся, понял? Смотри, бля, просто. А, я ему позицию взял. Он знает, что сейчас будет показывать нам два инстаграма. А это этот, как его? Уздечка, я знаю. Конечно. Узбекская уздечка, слышишь? Конечно, это не уздечка, ты чё? Да, левый прямой, правый травмат. Вот, видишь, академический областной театр «Лялёк». «Лялёк». Тут красиво, да. Тут даже ЦУМ есть, прикинь, в Хмельницком. Да? Да. Зайди, купи что-нибудь модное. Пальто Бриони, да? Как вот назад, да? Как вот назад, да? Пальтишко Бриони. Скажи. Да. А да не, у меня здесь все четко. Мне нравится здесь. Ну и все, выступления... это не переживаю. И мои выступления мне тоже нравятся, потому что люди наконец-то начали петь. Супер. Ну, они ждут, когда ты начнешь петь. Не, они все «Тает лед» ждут, понял? Кого? «Тает лед» ждут. Так а тебе надо бахать, а что ты не ждешь? Давай теперь сделаем кавер. В смысле? Я концерт заканчиваю этой песней. Нет, тебе надо на английском, нет, тебе надо сделать. Давай, я приду, у меня есть идея для трека. Да? Изи. Да. Изи. Слушай, а ты знаешь, что-то улицы шепчут, что давно Nintendo не было слышно? Да, он ушел во власть. Он ушел во власть? Бедала. Он ушел во власть! Ну давай, позавтра приезжаешь, хорошо. Да, я приезжаю, поэтому выдели мне минутку, я хочу с тобой поговорить, я же тебя не могу поймать. Конечно. Ты же знаешь, я прихожу на газ. Прихожу на газ с Митей, общаюсь. Конечно. Испытай судьбу еще раз. Иван Громов, привет. Передай привет Ивану Громову, это мой кентярик. Передаю Ване Громову привет.
Слушай, этот ваш ростовский лохотрон мне не нравится, испытай судьбу. Почему? Поверь, поверь, ты не знаешь этого, это делаешь уже последний год, как мы общаемся. Ну, я знаю. Как мы будем отмечать год нашего знакомства с тобой? Мы уже ж был 3 февраля, братан. Да. Все, понял. Все. А 13 февраля ты мне демку скинул. Ну, конечно, это же день Святого Валентина. Да, ты мне такой подарок сделал. Я же еще помню, я же еще помню про американское гражданство, так что все нормально. Меня типы катают, я говорю, не, Вася первый. Еще я первый, понимаешь? Штрихи не надо. Васибэк, бэк! Так а что, а насколько ты похудел уже? 9 килограмм уже было. Ебать ты царек, Даня. Пиздец. Мне это нужно, потому что я грустный пожилой человек. Тебе это нужно, потому что веселый молодой толстяк. Видишь, знак. Это знак. Что это написано? Винни-Пух. Винни-Пух. Да, старик, в честь тебя уже стали называть просто целые игровые залы. Конечно, ты что? Я не знаю, скоро настоящая погоняла, это глобус или баллон с медом. Помнишь этот прикол про пуховик? Зачем ты футболку на пуховик одел? Да нет, коронка где, да? Да. Это сильно. Что, порадует нас Нагана чем-то новеньким в этом году? Вот он, не знаю, будем корпеть. Будем мотивировать старика. Да, давайте, пацаны. А вот. Подожди, ты за мной сфоткаться хотят. Я ж тоже узнаменит. Покажи, я хоть посмотри на лица этих людей. Рова, баста, красава. Сфоткай на одного. А ну дай посмотрю на них. Посмотри в лицо. Супер. Это ЦО. Все, давай, я тебя обнимаю. Давай, Михалыч, обнял. Я не могу разделить в своем сердце, что ты тоже стал популярным. Ну, кто на что учился, братик, повторюсь. Да, все, я буду рад тебя видеть, давай.